Комиссия, которая отбирала кандидатов на должности сотрудников местных прокуратур, не отвечает за их квалификацию. В эфире Думской ТВ об этом заявил экс-прокурор Одесской области Давид Цакварилидзе. Во время так называемого прокурорского конкурса он входил в такую комиссию в Киеве. Сколько раз она заседала, соратник Саакашвили вспомнить не смог, как и то, сколько раз в работе комиссии участвовал лично он. Сколько раз вы появлялись на этих комиссиях? Я появлялся редко, поскольку меня тогда отправили в Одессу, и мне приходилось работать на два города. Вы говорите, что так получилось, что вы занимали две должности зама генерального прокурора, да, и прокурора Одесской области. Понимая, что это большая нагрузка, вы соглашаетесь так работать, понимая, что что-то будет страдать или там. В результате вы говорите, что не являлись... Ничего не пострадало, кроме моего здоровья и энергии, по большому счету. Кроме того, что нам удалось поднять все те дела в Одесской области, которые сейчас, к сожалению, зарубили. Какие из этих дел по Одесской области? Давайте меня вернемся. Уволили.